Жителям четырех сел Панфиловского района Алматинской области не придется возвращать сумму бюджетного кредита, затраченную на проведение системы водоснабжения. А это значит, что тарифы не на воду повышать не будут. Об этом сельчан заверило руководство области. Подробности в сюжете. Централизованную питьевую воду в Акжазык, Лесновку, Пиджим и Алмалы провели 5 лет назад. На эти работы из национального фонда было выделено 1 200 000 000 тенге. Проект реализовали через бюджетное кредитование. Займ намерены вернуть за счет средств местного бюджета. Соответственно, если не будет возможности у конечного заемщика, то есть водоканала, не будут возможности возвращать данный кредит, значит, согласно бюджетного кодекса, этот кредит, возможно, будет возвращать за счет средств местного бюджета. В любом случае, мы заверяем, что этот кредит ни в коем случае не ляжет на плечи населения. В этом году повышения цен на кубометр воды в этих селах не будет, заверили в профильном ведомстве. Согласно кредитного соглашения, конечным заемщиком здесь является акимат области. До сегодняшнего дня никто бюджетный кредит не возвращал. Основной долг по бюджетному кредиту, согласно графика погашения долгов, приходится на 2022 год, срок до 5 декабря. Также ответственные лица ответили на жалобу о качестве живительной влаги. На место выехали сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля. По результатам лабораторных исследований вода безопасна и полностью соответствует требованиям. Еламан Раймбеков, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.